Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать очень актуальную информацию про бесплатные лимитные волосы, которые в скором времени нас ожидают. Ну а перед началом этого видео, ребят, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, мне будет очень приятно. Совсем скоро 1 миллион подписчиков, хочу побыстрее добить эту цель. Ну и конечно же, ребят, хочу напомнить вам о том, что прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит розыгрыш 3000 робаксов. Поэтому если ты хочешь выиграть от меня робаксы, всего будет 10 победителей, то скорее вступай в мой телеграм-канал по ссылочке в закрепленном комментарии. Ну что ж, а я начинаю свой рассказ после небольшой рекламки. Пристань робоксов – это сайт, где робоксы всегда в наличии, а курс очень выгодный. Прямо сейчас, покупая методом трансфер по цене 1 рубль равно 2 робокса, ты получишь их всего за 5 дней. А также, кто не знал, у robuxpeer.io есть свой телеграм-канал, где они постоянно устраивают розыгрыши на бесплатные робоксы для своих подписчиков. И будьте осторожны, ведь сейчас в интернете очень много мошенников. Именно поэтому переходите на сайт robuxpeer.io и на их телеграм-канал только по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Покупайте выгодно и безопасно, только с ними. Теперь начну, пожалуй, свой рассказ с первых новостей. А именно, в своем недавнем видео я вам уже рассказывала про то, что одна из разработчиков официальных вещей в Roblox, Шино, в своем твиттере рассказала нам о том, то, что на 17 тысяч подписчиков у нее выйдут вот эти голубые прекрасные волосы, которые мы уже с вами мерили, и я вам показывала, как они выглядят. Чуть позже я еще раз вам их покажу, если вы смотрите меня впервые. И что я могу вам сказать, ребят, она практически добила свою цель. Ей осталось буквально 400 подписчиков в ее твиттере для того, чтобы она выпустила и анонсировала эти волосы. За нее, ребят, я могу ручаться, как за действительно ответственного автора. Поэтому, ребятушки, давайте мы все дружно ей поможем и перейдем по ссылочке в описании к этому видео и подпишемся на нее в твиттере. Если же, ребят, вы находитесь в России, то вам нужно будет включить VPN для того, чтобы зайти в твиттер. Ну а теперь, ребят, перейдем к следующим новостям. А именно, еще один креатор вещей в Roblox, Джейкоб, в своем также твиттере разместил информацию про вот эти шикарные волосы и то, что он хочет их анонсировать, как только, ребятушки, он наберет 5000 подписчиков в своем твиттере. Ему осталось тоже совсем чуть-чуть, буквально 1500 подписчиков. Поэтому, ребят, если у вас скачан твиттер, то также переходите по ссылочке и давайте поможем ему набрать нужное количество подписчиков. Что ж, а теперь давайте примерим первые и вторые волосы. И вот так вот, ребята, примерно будут выглядеть вот эти голубые волосы от разработчика Aishi Ninho, если я правильно произнесла. Да, это не точь-в-точь те волосы, еще раз повторяюсь, которые она хочет анонсировать, но выглядят они очень похожи, поэтому, ребятушки, давайте поможем, подпишемся на эту девушку. Ну и теперь перейдем к следующим волосам. И вот так вот, ребятушки, будут выглядеть вторые лимитные волосы от официального разработчика Джейкоб, как только он наберет 5000 подписчиков в твиттере. Просто посмотрите, насколько они шикарны. Очень надеюсь, что он сделает хотя бы 10 тысяч копий, ну или хотя бы 5000. В общем, ребятушки, будем следить за уведомлениями. Буду вам, если что, сообщать все срочные новости в своем телеграмчике. Ну что ж, ребятки, а теперь переходим к следующей информации. И также, ребятушки, хочу вам напомнить то, что уже 5 августа нас ожидает релиз вот этих прекрасных блондинистых волос с градиентом от официальной разработчицы Сара. Ранее уже в своем видео я сообщала о том, то, что нас ждет выход этих волос. И также, ребятушки, сейчас появится на экране время, по которому она анонсирует эти волосы по московскому времени. Будьте внимательны, ребят, следите за своим часовым поясом и в поиске вбивайте ваше время и время по Москве для того, чтобы сверить, все ли у вас правильно. И также, ребятушки, ссылку на ее твиттер я оставлю также в описании к этому видео, поэтому вступайте в ее группу в Роблоксе и также подписывайтесь на ее твиттер, чтобы быть в курсе всех событий. И вот такие вот, ребятушки, у нас новости. Аж целых 3 прически нас в скором времени могут ожидать, если мы будем, ребята, с вами очень внимательными и будем следить за временем для того, чтобы получить
получить эти волосы. Также, ребят, буду держать вас в курсе событий в своем телеграмчике. Вступайте, подписывайтесь, там также идет конкурс. Да, я, наверное, вас уже достала своим телеграмом, но что я могу сказать? Все самые оперативные новости я выпускаю только там. Ну что ж, ребяточки, а на этом наше видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч!